На прошлом нашем занятии мы начали с вами рассматривать доктрину об избрании, однако еще много вопросов нам надо обсудить, и я даже не думаю, что мы успеем все с вами рассмотреть сегодня. И, как вы понимаете, доктрина избрания — это доктрина, относительно которой существуют разные мнения даже среди христиан. А если мы с вами говорим о неверующих, то очень часто они слышат об этой доктрине и представляют ее таким образом, что трудно представить, что после этого они будут позитивно настроены по отношению к христианству. Для них эта доктрина является камнем преткновения и препятствует многим прийти к вере. Поэтому мы с вами попытаемся вникнуть в эту доктрину и понять по возможности как можно больше. На прошлой нашей лекции мы говорили об основании для избрания. И я упомянул три таких возможных основания. И первые два мы с вами назвали условными основаниями, потому что есть что-то вне Бога, что определяет, что побуждает Бога принять определенные решения и спасти человека. Третье основание для избрания целиком зиждется лишь на воле Божией и на Его намерениях. И мы с вами говорили о том, что решение Бога основывается не на том, что находится в нас, не на том, что находится вне Его, вне Бога, но целиком основывается на Божьем намерении. И сейчас я хотел бы, чтобы мы с вами пошли дальше и рассмотрели аргументы, которые используются в защиту всех этих позиций. Я думаю, вы уже догадались, на основании того, что было мной сказано, и то, что вы от меня услышали, что лично я придерживаюсь позиции безусловного избрания. Однако я все-таки бы хотел, чтобы вы услышали не только эту позицию, но также услышали позицию оппонентов. И вначале я хотел бы сделать следующее. Я хотел бы, чтобы мы начали говорить и рассматривать аргументы в защиту безусловного избрания. И уже потом, рассмотрев все эти аргументы, мы с вами обратимся к возражениям, аргументам против безусловного избрания. И вот тогда вам станет понятней, как кто-то, кто верит в условное избрание, может обосновывать свою позицию, особенно если речь идет о тех, кто придерживается армянского богословия. Как они могут возражать на аргументы, представленные мной, и как они могут обосновывать свою позицию? Итак, один вопрос, и мы пойдем далее. Можно вас попросить разъяснить один момент? Позиция безусловного избрания по-другому называется кальвинизмом? Что ж, вопрос заключается вот в чем. Кто же придерживается позиции безусловного избрания? И, конечно, те, кто называют себя кальвинистами, придерживаются позиции безусловного избрания. Те же, кто называют себя арминианами, придерживаются условного избрания. Но ни те, ни другие не считают, что Бог избирает праведных. Эту позицию можно назвать ересью. Вот те христиане, которые придерживаются позиции условного избрания и могут называть сами себя арминянами, чаще всего говорят следующее: «Бог избирает тех, кого Он предузнал, что эти люди поверят». И мы понимаем, что в этом случае есть что-то вне Бога, что побуждает Его принять определенные решения и выбрать определенных людей. Это позиция арминян. И обычно кальвинисты придерживаются позиции безусловного избрания. Хороший вопрос. Итак, первый аргумент. Этот аргумент возвращает нас к значению Божьей суверенности. И, как я понимаю, мы с вами уже об этом немного говорили. Говоря о суверенности, мы с вами подразумеваем
право Бога на самоопределение. А это означает, что Он сам всегда решает то, что будет делать. И более того, Он воплощает свои решения, Он делает то, что хочет. Он поступает по изволению своей воли. И то, что Он хочет делать, целиком основывается на Его целях, на Его желаниях, а не на чем-то, что может находиться вне Бога. Ничто извне не может побудить его сделать то, что он не хочет. И говоря о том, что Бог абсолютно суверенен, мы говорим о том, что Он сам решает все. И сейчас мы с вами конкретно говорим о вопросе спасения. Хотя Бог подобным образом решает не только вопросы, связанные со спасением, но вообще все вопросы. Он решает все по своему усмотрению и исполняет свои решения. И вот в чем заключается аргумент. Понятие божественной суверенности требует или ведет к принятию позиции безусловного избрания, так как это требует, что нет ничего вне Бога, что могло бы подтолкнуть Бога к принятию решения относительно спасения того или иного человека. Есть несколько текстов Священного Писания, которые здесь можно упомянуть. И мы с вами уже обращались к этим текстам Писания, но позвольте мне повторить. Это в Ветхом Завете, Псалом 115, стих 3. И в этом стихе мы читаем, что «Бог наш на небесах творит все, что хочет». Также Даниила 4 глава, стих 34. В этой главе мы читаем слова царя Навуходоносора после того, как ему был возвращен его разум, и он говорит, что теперь он знает, что есть Царь Небесный, который определяет времена и сроки, который поставляет царей, который утверждает монархии и империи, и все это в его власти. Также послание к Ефесянам, 1 глава, 11 стих. Этот стих конкретно говорит о спасении. Хотя я думаю, что контекст здесь шире, чем просто вопрос спасения. Здесь говорит, «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей». Поэтому, согласно этого текста Писания, Бог решает что-то сделать по изволению своей воли. Это касается вопроса спасения, а также любого другого вопроса. И мы с вами этот стих рассмотрим более подробно, немного позднее. Но вот такие тексты Священного Писания наводят на мысль о том, что Бог все держит под своим контролем и делает то, что Он хочет, на основании изволения своей воли. А если так, то получается, что и в вопросе спасения Он принимает решение подобным образом, и, следовательно, наше избрание должно быть безусловным. Идем далее. Второй аргумент. Утверждается, что процесс избрания, как и все спасение, совершается по благодати, а поэтому избрание должно быть безусловным. Мы с вами ранее говорили о разнице между благодатью и справедливостью, и об этой разнице нужно упомянуть и сейчас. Мы с вами говорили о том, что благодать — это незаслуженное благоволение, то есть вы получаете что-то хорошее, что не заслуживали, и более того, никогда не сможете заслужить. И все-таки, несмотря на это, вы это получаете. И в Писании немало стихов, которые говорят о том, что спасение совершается по благодати. В частности, 11 глава послания к римлянам. Апостол Павел описывает ситуацию, сложившуюся между Богом и Израилем. И в 11 главе Павел дает понять, что Бог еще не закончил с древним Израилем.
И свой аргумент апостол Павел строит следующим образом. Он пишет о том, что Бог еще не закончил с Израилем, потому что в нынешнем веке Бог все еще спасает отдельных иудеев. И в стихах 5 и 6 Павел пишет о том, что Бог действует среди остатка Божьего народа, народа израильского, и этот остаток сохранился по благодати. Люди спасаются по благодати. То есть они не спасаются на основании чего-то, что они делают, что можно было предузнать относительно них. Потому что если бы они спасались на основании того, что они сделали или собираются сделать, то тогда Бог избирал бы людей на основании их заслуг. Но если Бог избирает кого-то к спасению на основании заслуг человека, то тогда это уже избрание по справедливости. А Писание говорит о том, что спасение, включая избрание, по благодати. И среди наиболее известных текстов, говорящих об этом, это послание Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И правильнее всего понимать этот стих таким образом, что в нем говорится обо всем процессе спасения, что здесь подразумевается не только процесс избрания сам по себе, но весь процесс спасения целиком. И как мы с вами понимаем, избрание — это часть процесса спасения. Поэтому, если мы с вами утверждаем, что избрание, как часть процесса спасения, совершается по благодати и только по благодати, то тогда оно не может совершаться по справедливости. И что я имею в виду? Если мы с вами что-то делаем, пускай даже что-то незначительное, на основании чего Бог принимает решение и говорит, «Хорошо, ты сделал свою часть, пускай что-то незначительное, и поэтому ты будешь спасен, ты будешь вознагражден», то вот тогда спасение не по благодати, а спасение по делам, на основании того, что человек сделал. И Бог лишь проявляет справедливость, спасая вас, потому что вы заслужили спасение. Однако Писание говорит, что никто не заслужил спасения. Благодать — это незаслуженный дар. Спасение не заслуживается. А если речь идет о благодати, то тогда избрание целиком основывается на благости Бога, избравшего нас ко спасению. И, конечно, в этом случае возникает справедливый вопрос, а почему я? Почему не все люди избраны? Да, конечно, я рад, что я в числе избранных, и что Бог проявил свою благодать ко мне, но мне кажется несправедливым, почему большинство людей, живших когда-либо на земле, не избираются ко спасению и проведут вечность в аду. Ведь это несправедливо, не так ли? Что ж, студенты, это может казаться несправедливым, но я вам скажу вот что, я об этом уже вам говорил, когда мы обсуждали благодать. Это несправедливо, и это также не несправедливо. Это благодать. Если бы мы с вами стали настаивать на справедливости, то тогда никто бы из нас не был спасен, потому что мы все согрешили и лишены славы Божьей. Тот факт, что есть кто-то, кто оказывается спасенным, говорит не о справедливости, не о заслуженности спасения, что кто-то каким-то образом смог заслужить спасение. Это говорит лишь о благости Божией, о Его благодати. И так как благодать, и здесь речь идет о спасительной благодати, не может быть заслуженной, и при этом Бог ее кому-то не дает, не оказывает, то это не означает, что Бог совершает что-то несправедливое, потому что Он не обязан кого-то из нас спасать. Поэтому правильным отношением должно быть такое: «Спасибо, Бог, что Ты избрал меня. Нет во мне ничего такого, на основании чего Ты мог бы выбрать меня, но по Своей благости Ты просто дал мне этот фантастический дар».
И также у нас должно быть правильное отношение по отношению к тем людям, кто не избран. Мы не можем, так сказать, задирать нос по отношению к ним, считая, что мы лучше, что мы избраны, и поэтому в чем-то их превосходим. Нет, не поэтому мы были избраны, а они не были избраны. Мы должны испытывать сострадание по отношению к ним, потому что мы должны понимать, что если Бог не проявил бы свою благодать, не привлек нас к Нему, не сделал бы этого сам, то тогда мы были бы вместе с ними, будучи обреченными провести вечность в аду. Если же им кажется несправедливым, что их ждет такая участь, в то время как мы спасены от такого наказания, то ответ я уже озвучивал. Это и несправедливо, и также это не несправедливо. Это благодать. Потому что я уже говорил о том, что было бы, если бы мы все судились по справедливости. Если Бог решил пойти дальше и проявить благодать по отношению к определенным людям, то это Его решение, у Него есть на это право, Он может делать то, что хочет. Поэтому нельзя говорить о том, что Бог не сделал то, что должен был сделать, если Он не избирает кого-то ко спасению. И, между прочим, причина, почему люди оказываются погибшими, в том, что они грешники. Никто не вынуждал их проявлять непослушание Богу. И также никто не заставлял нас грешить. Мы это делали сами. Поэтому мы с вами точно так же заслуживаем наказания, как и неизбранные люди. Но вот именно здесь проявляется Божья благодать. Он не обязан нам ничего давать, но Он идет навстречу к нам и спасает нас. Поэтому, если избрание не основывается на чем-то, что есть в нас, но основывается только лишь на Божьей воле, то тогда, как вы понимаете, делается вывод, что избрание должно быть безусловно. Теперь третий аргумент. Единение верующего с Богом целиком зависит от Бога. Мы не можем записать себе это на счет, что благодаря нам восстанавливаются взаимоотношения. Бог является инициатором того, что мы становимся частью Его народа. И в ваших конспектах приведены три текста Священного Писания. Позвольте мне их вам прочитать, чтобы вы лучше смогли понять, о чем же мы с вами говорим. Иоанна 6 глава, стих 44. Иисус говорит: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Поэтому мы не можем получить спасение, если Бог первым не проявит инициативы. Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи с 16 по 28. Я не буду читать все эти стихи, но вы помните, о чем здесь идет речь. Здесь речь идет о отношении Иисуса Христа с Его овцами. И овцы — это те, кого передал Отец Иисусу. И если бы Отец этого не сделал, если бы Отец не передал нас Иисусу, то мы никогда не стали бы частью Его паства. Затем первое послание к Коринфянам, 1 глава, стих 30. В этом тексте Священного Писания Павел пишет Коринфской церкви: «От Него и вы во Христе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением». И понятно, что здесь речь идет о Боге Отце, от Него и вы во Христе Иисусе, от Бога праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Вот посмотрите, если бы избрание было условным и основывалось на том, что мы сделали, пусть даже если то, что мы с вами сделали, это что-то действительно незначительное, то тогда получается, что мы что-то смогли внести со своей стороны. И тогда у нас бы были причины, чтобы хвалиться. Я спасен хотя бы частично потому, что я что-то сделал, и Бог нашел это достойным, чтобы наградить меня спасением. Но Писание говорит, что нет оснований, чтобы мы хвалились.
И причина этого в том, что наши взаимоотношения с Богом основываются не на том, что мы сделали, основываются целиком на Божьем изволении. Четвертый аргумент. Этот аргумент строится на понимании человеческой природы, а именно на том, что природа человека крайне испорчена, и человек абсолютно не способен прийти к Богу. Воля человека поражена, и мы говорим о человеке, который находится вне Христа. Природа человека, воля человека настолько испорчены, настолько повреждены, настолько не способны делать что-то, что может быть угодно в глазах Божьих, что если человека оставить наедине с самим собой, чтобы он сам обратился к Богу, то этого обращения попросту не произойдет, потому что человек на это не способен. И поэтому не представляется возможным, чтобы Бог мог предвидеть заранее, что кто-то из людей обратится к Богу, потому что человек в действительности не способен это сделать самостоятельно, потому что природа человека настолько испорчена, что человек просто не в состоянии делать что-то, что угодно Богу, без Божьего вмешательства. Поэтому, если не принимать в расчет безусловное Божье установление, и если не учитывать действия Святого Духа в сердце человека, действие, которое влечет ко Христу, то никакой человек самостоятельно не способен прийти к Богу. И здесь я хотел бы вам напомнить наше обсуждение, когда мы разбирали доктрину греха, и когда мы с вами говорили об испорченности, которую мы унаследовали от Адама. И, конечно, мы добавляем к этой испорченности, когда самостоятельно грешим. И вы помните, что мы говорили с вами, что все это ведет к полной испорченности, к полной неспособности. И в результате мы не можем угодить Богу. И мы попросту не способны изменить положение вещей и обречены на то, что будем избирать зло. Идем далее. Пятый аргумент. Согласно этого аргумента утверждается, что избрание основывается на благоволении, если использовать библейский термин. Избрание основывается на благоволении согласно Божьим установлениям. Вы можете сказать, ну хорошо, но на чем же основывается Божье благоволение? Каково же Его установление? И в Писании мы находим текста, в котором бы мы читали о том, что Божье благоволение основывается на его предвидении, что человек сделает в будущем. Ничего подобного в Писании мы не находим. И мы с вами рассмотрим тексты Писания, которые относятся к этой теме. И на основании этих текстов можно сделать вывод, что Божье благоволение целиком основывается на Божьей воле и ни на чем более, и цели Его сокрыты в Его разуме. Они для человека непостижимы, но эти цели Бог считает благими. И если избрание основывается на Божьем установлении, на Божьих целях, на Божьем волеизволении, то тогда такое избрание должно быть безусловным. И вот какие здесь можно привести тексты Писания. Это послание Ефесянам 1 глава, стихи 5 и 6, и также 1 глава, стих 11. Второе послание к Тимофею, 1 глава, стих 19. А также послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих. Я уверен, что все вы этот текст хорошо знаете. Что ж, хорошо, давайте теперь рассмотрим, в чем заключается суть шестого аргумента. А говорится здесь следующее. Если мы посмотрим и вникнем, чему учит Писание, то Писание учит, что спасение безусловно. Оно не зависит от каких-либо заслуг человека. И как же мы можем доказать, что Писание действительно этому учит?
Что ж, во-первых, Писание говорит о том, что это не основывается на воле человека. Это 9 глава послания к римлянам и 1 глава Евангелия от Иоанна. Это те тексты, на основании которых можно сделать вывод, что все зависит от изволения Божьей воли. И поймите меня правильно, это не означает, что мы с вами просто пассивные наблюдатели. Мы с вами должны использовать собственную волю, должны принять решение обратиться к Богу и принять Христа. Но все это начинается с Бога. Он является инициатором. Он тот, кто побуждает нас принять Христа. И если бы Бог предвидел заранее, что мы с вами примем Христа и избирал бы нас на этом основании, то тогда это избрание основывается на воле человека, потому что Бог предвидит наше определенное решение, то, что мы изберем. Однако, если основываться на этих текстах Писания, можно сделать вывод, что все основывается не на решении человека, но на Божьем решении. И второе, не отдел, который может кто-либо из людей совершить. И есть тексты Писания, которые говорят, что спасение по благодати. И если Бог предвидит заранее, что мы с вами примем решение уверовать во Христа, причем Он это не предопределяет на основании собственных целей, что мы поверим, то тогда наша вера, во всяком случае частично, если не целиком, является нашим делом. Вы можете сказать, подождите-ка, как вера может быть делом? Как это может быть действием? Но ведь, говоря о делах, мы подразумеваем не только физические поступки, но также и умственные решения. И одно из таких умственных решений — это принятие Христа, когда мы делаем определенный выбор. Поэтому, на основании этих текстов Писания, можно сказать, что наше спасение не основывается на наших делах. А если так, то наше спасение не основывается на наших выборах, на наших умственных решениях, которые мы принимаем самостоятельно. И опять же, это не означает, что мы абсолютно пассивны, и что мы выступаем в роли роботов, приобретая спасение. Нет, мы поступаем по своей воле. Мы принимаем решение, мы делаем выбор, но суть аргумента вот в чем, что инициатор наших действий является Бог, и мы не предоставлены сами себе, и Бог тот, кто решает спасти нас, и затем Он побуждает нас принять Христа. И также спасение не основывается на решениях, на выборах человека. Иоанна 15:16. И если бы действительно было так, что Бог предвидел, что мы уверуем в Него и выберем в Него, и затем бы Он уже выбирал нас, то тогда Его выбор бы зависел от нашего выбора. Но в этих текстах Священного Писания мы читаем о том, что наше спасение в конечном итоге зависит не от нашего выбора, но от Божьего выбора. И затем можно сказать еще о том, что наше избрание не основывается на нашей праведности. Ведь в Писании мы читаем о том, что праведности такой у нас нет. И это не означает, что мы совсем не способны совершать поступки, которые, по мнению других людей, могут считаться хорошими, добрыми. Скорее, это говорит о том, что в Божьих очах, по Божьей оценке, мы не можем совершить ничего такого, чтобы Он сказал, что это есть нравственно хорошо. И мы не способны сделать ничего, чтобы сделало нас праведными. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Крис, ты хотел задать вопрос. Yes.
Да, у меня такой вопрос. Не могли бы вы разъяснить, в чем отличие воли человека от его выбора? Крис задал такой вопрос. В чем состоит отличие между волей человека и выбором человека? Воля человека — это его внутренняя способность принятия решений. Но выбор человека подразумевает фактическое действие. Конечно, в чем-то эти понятия пересекаются. Порой они подразумевают одно и то же. И Писание не ставит перед собой цели дать нам подробный анализ устройства внутренних способностей человека, скажем, там, воли человека и так далее. И я говорю об отличии воли человека и выбора человека для определенной цели, а именно, чтобы показать, что дело не в том, что мы изначально захотели этого, и потом уже Бог на основании нашего желания сказал: «Ну хорошо, я вам это дам». И дело также не в том, что мы настолько сильно захотели обратиться к Богу, что в итоге приняли Христа. И Бог, видя наше побуждение, сказал: «Ну хорошо, раз вы так хотите, я позволю вам избрать меня». Нет. Поэтому, да, на самом деле, отличие очень небольшое, потому что, по сути, это одно и то же. Я лишь хочу сказать о том, говоря о отличии между волей человека и выбором человека, что если спасение не основывается на воле человека, то это означает, что не мы были инициаторами нашего спасения. И спасение не основывается на нашем выборе, не на нашем решении принять Христа. Нельзя говорить о том, что сначала мы избрали Его, а потом уже Он избрал нас. Хороший вопрос. В ваших конспектах есть еще один пункт, и это седьмой аргумент. И этот аргумент, по большей мере, основывается на логике. Если бы действительно было так, что Бог предвидел заранее, что мы уверуем и примем спасение, если бы действительно Бог предвидел это заранее, то тогда какой вообще смысл в Божьем установлении? Что я хочу сказать? Может ли Бог предвидеть будущее? Конечно, да, и все из нас с этим согласятся. Но вот когда Бог предвидит будущее, может ли Он ошибиться относительно того, что произойдет в будущем? Конечно, нет. Ведь если Он ошибается, значит, на самом деле Он не в состоянии предвидеть будущее, так? У Него могут быть какие-то предположения относительного будущего, но Он не знает на самом деле будущего. Но если Бог действительно предвидит то, что мы собираемся сделать, и Его предвидение совершенно, то есть Он все точно знает наперед. Он не допускает никаких ошибок, не предвидит ничего неверно. То тогда какой смысл размышлять о том, избирает Он нас или нет? Ведь это все равно произойдет. Ведь посмотрите, если Бог знает заранее, что мы изберем Его, и если Его предвидение безошибочно, если Он предвидит все так, как на самом деле будет, то нет смысла Ему избирать нас, потому что, избирая нас, Он ничего не добавит в то, что уже должно произойти. Вы можете спросить: ну а в чем же суть этого аргумента? А суть аргумента в следующем. Бог на самом деле сделал установление относительно нашего избрания. И разумным это установление представляется только в том случае, если это избрание основывается на Его целях, только лишь на Его благоволении. Если это избрание основывается не на этом, то получается, что оно бессмысленно, потому что если Он предвидит, что что-то произойдет, это произойдет, и Ему не нужно заранее предустанавливать то, что произойдет, избирая нас, потому что Он уже знает, что это произойдет.
И согласно этого аргумента говорится о том, что сама идея безусловного избрания, если эта идея заключается в том, что Бог избирает нас на основании того, что Он предвидит, что мы примем решение следовать за Ним, сама эта идея представляется бессмысленной. Если Он заранее знает, что мы примем решение следовать за Христом, то тогда нет необходимости в том, чтобы Ему говорить, «Ну, я еще вас и изберу», потому что Его избрание ничего в этом случае не изменит, не изменит того, что произойдет, и Он знает, что произойдет. И поэтому я говорю о том, что процесс избрания представляется бессмысленным, ненужным, если он основывается на том, что Бог предвидит. И если посмотреть на тексты Писания, в частности, на стих, записанный в 1 главе послания к Ефесянам, 11 стих, то в Писании мы не находим идею о том, что вне Божьего усыновления те, кто спасаются, они все равно спасаются, вне зависимости от Божьего избрания, потому что они так решили. И что Бог просто предвидит это, и Ему нет необходимости нас избирать. Не это мы читаем в Писании. Поэтому представляется, что единственное, как Божье усыновление может представляться разумным, это если мы допустим, что это усыновление является определяющим спасение человека. Но именно так считают сторонники безусловного избрания. Именно Бог принимает решение спасти определенных людей. И это гарантирует, что эти люди в действительности обретут спасение. Может ли Бог предвидеть будущее, если верна позиция безусловного избрания? Конечно, может. Но Он знает, как мы поступим, потому что Он заранее это предустановил. А не так, что Он сначала предвидит это, а затем Он это устанавливает, что именно это произойдет. Но если Его предвидение безупречно, оно безупречно, иначе Он не всезнающий Бог. Если Его предвидение безупречно, то нет нужды в избрании нас. Нет нужды подтверждать что-то, что все равно произойдет. И еще есть один аргумент, основанный на логическом умозаключении. И мы с вами более подробно рассмотрим этот аргумент, когда будем с вами говорить о свободе человека. Но вот в чем заключается суть этого аргумента. Если Божье избрание и усыновление не безусловны, то это означает, что Бог не может знать будущее. Если люди действительно свободны, если они способны поступить иначе, чем Бог знает, или предвидит, то тогда Бог в действительности не знает, как поступят люди, так? У Него могут быть предположения о том, как люди поступят, но Он в действительности не знает. Он имеет некое представление о будущем, но когда это будущее наступает, все происходит иначе, человек выбирает иной путь. Поэтому Божье предвидение будущего, а также Его всезнание требует, что Он действительно знает будущее. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Мы не говорим о том, что то, что Бог знает о будущем, определяет это будущее. Не в этом суть. Божье предвидение не определяет будущее. И мы с вами не говорим о том, на основании чего происходят те или иные поступки. Мы с вами говорим о Божьем видении. И если Бог действительно знает, что должно произойти в будущем, то тогда это должно произойти. Не потому, что Он знает это, но потому, что если бы это не произошло, Он бы не знал об этом, у Него были лишь представления об этом. Но Бог не только имеет представление о будущем, Он знает будущее. И когда мы с вами будем рассматривать вопрос свободной воли человека, мы вернемся к этому аргументу, и, надеюсь, вы сможете лучше понять, в чем же его суть.
И мы с вами еще поговорим об армянском представлении свободной воли человека. И согласно армянскому представлению свободной воли человека, человек всегда может поступить неожиданно, поступить иначе, чем предполагалось, чем ожидалось от этого человека. Но если люди обладают такой свободной волей, то тогда люди, услышав Евангелие, могут поступить по отношению к Евангелию иначе, чем Бог изначально предустановил. А если это происходит, то Бог в действительности не знает будущего, хотя в действительности Он знает будущее. Поэтому та свобода, которая подразумевается в армянстве, на самом деле не имеет места в этом мире. Но мы к этому еще вернемся, еще более подробно об этом поговорим. И все это проясним, когда будем говорить о свободной воле. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.